Здорово, каиниты! И отдельный привет дредлордам с Бусти. Вы на канале Кроноса, и сегодня мы разбираем расу Темные Эльфы из Total War Warhammer 3. Данный ролик — это первая половина большого разбора темных эльфов. В нем вы найдете информацию по основным механикам, по войскам и по технологиям. Легендарные лорды и их компании будут в отдельном видео, которое выйдет спустя некоторое время. Ссылка на него появится в углу экрана. Там же появятся ссылки на более свежие видосы, если фракцию обновят. Когда-то давно мир боевого молота стоял на пороге гибели. Хаос был на пике своих сил. Магия переполняла мир, и надежды смертных таяли. Все проблемы исправил Анарион. Первый король Феникс высших эльфов. Величайший воин своего народа. Днем он метафорически трахал демонов. А ночью по-настоящему эльфиек, и возможно даже попавших под горячую руку эльфов. Его непревзойденное воинское мастерство и магическая помощь его лучшего друга спасло Ультуан и весь мир, но обрекло его потомков на проклятие. К сожалению, Анарион нарушил важнейшее правило. Don't stick your dick in crazy. Марати, могущественная чародейка, которая побывала в плену у демонов Слоанеша, забеременела и родила Маликита. Маликит должен был стать следующим королем Фениксом и пройти испытание волшебным огнем. У него не получилось, и он слегка расстроился. Дело в том, что у него обгорело 99% тела, и он перешел на темную сторону силы. Несколько бочек яда, темная магия и гражданская война раскололо общество эльфов. И сторонники теперь уже короля-чародея отплыли на север, где основали государство Нагород. И теперь длинными холодными ночами Маликит стоит на вершинах своих шипованных черных башен и трясет кулаком в сторону Ультуана, лелея свои мечты о мести. And with these ashes, my son, we have our revenge. I hate snow. Темные эльфы, они же друхи, они же дручи, они же друки, это раса из второй части, и раса эта хорошо проработанная. На данный момент у них есть два платных DLC и два бесплатных легендарных лорда. Чего ожидать от игры за них? В первую очередь, друки — это очень агрессивная фракция, как в бою, так и на глобальной карте. В сражении друхи становятся сильнее спустя определенное количество убийств. А ваши солдаты обладают приличной атакой и уроном, и отдельно я хочу отметить бронебойных бойцов. Практически все стреляющие воины темных эльфов лупят из особых тяжелых арбалетов, которые играючи прошивают доспехи. И пускай друхи более склонны к нападению, они довольно гибкие сами по себе. В армии темных эльфов есть и неплохая защитная пехота, и конница разной степени веса, и монстры как наземные, так и летающие, и колесницы, все, что душе угодно. Разве что артиллерии очень мало, всего лишь один вид. Наконец, у друхиев одна из, если не самая сильная экономика в игре. Как правило, фракции получают либо хороший доход от городов, либо много золота за победы в бою. Темные эльфы совмещают. И пока они с кем-то воюют, деньги для них льются рекой. Очевидных слабостей у друхиев так-то и нету, но по традиции я три все равно выделю. В первую очередь, друки хрупкие. Да, у них есть отличные юниты-выживальщики, но большинство ваших солдат планирует наносить раны, но не получать их. Тяжелая броня — это привилегия элиты, а лечить в бою практически никто не умеет. Далее, у вас хорошие войска дальнего боя, но не слишком дальнобойные. Это не очень большая проблема, но в стрелковых дуэлях вам придется пройти пару лишних шагов, и без потерь обойтись не получится. Ну и наконец, армии у друхиев не дешевая. Это не очень большая проблема с их экономикой, но я не исключаю, что для новичка это может стать проблемой. На ранних этапах не получится нанять вторую армию из дешевых пушечно-мясных бойцов, просто для того, чтобы она защищала провинцию. Сначала поговорим про общие для всех темных эльфов механики глобальной карты. Начнем, пожалуй, с рабов, потому что это основа вашей империи. Это уникальный ресурс, который темные эльфы добывают, как правило, в бою, либо совершая налеты.
Во второй тотальной вахе арабская экономика была сломана нахер. Эксплуатировать ее было очень легко, и за счет этого получался безумнейший доход. Так что в третьей части эту механику переделали. Скорее всего, я выскажу не самое популярное мнение, но мне больше нравится текущая версия. Как это все работает? Вот здесь наверху можно посмотреть свой максимальный и текущий запас рабов. Каждый ход часть из них отъезжает сама по себе. Плюс практически любое экономическое здание. Каждый ход либо потребляет определенное количество рабов, либо работает лучше, если запас рабов выше сотни. В обоих случаях вы получаете бонусы. Также, когда ваш запас рабов близится к максимуму, все ваши здания строятся быстрее и приносят больше денег. Однако настроение в провинциях падает. На первых порах заполнить загоны для рабов можно буквально за 2 битвы, но ваша империя за 3 хода перемолет всех работников в пыль, так что друхиям воевать нужно нон-стопом, и налеты для них намного полезнее, чем для остальных фракций. Также в своих провинциях вы можете активировать диктаты. На выбор есть 3 штуки, и это бафы, которые можно включать за счет рабов. 2 диктата из 3 невероятно хороши, и вы хотите их поддерживать чуть ли не нон-стопом. А вот превратить 600 рабов в 1000 монет и 2 к настроению на 5 ходов – это какая-то чушь. Подозреваю, что оно, наверное, должно было как-то скалироваться с ростом империи, но, увы. 20 к настроению или 50 к приросту населения – это совершенно другой уровень. Также рабов могут дать за квесты, еще их умеют генерировать некоторые герои и постройки. Это, разумеется, будет капля в море, но все равно приятно. А еще темные эльфы используют рабов в качестве валюты для своих ритуалов. Все фракции второй части имеют 4 уникальных ритуала, которые применяются на специальной панели и дают мощный бонус для всей фракции на несколько ходов. Вы не можете применять несколько ритуалов одновременно, и все они после использования уходят на довольно длительную перезарядку. Стандартных ритуала 4, но почти у всех легендарных лордов есть свои уникальные, которые мы разберем, но в соответствующем для лорда куске. Жертва Атарти открывается, когда в одной из провинций вы исполните указ «Высокорожденные заложники». Сам по себе указ улучшает настроение в провинции, и жертва этот эффект усиливает. На 5 ходов вы получаете неплохой буст к настроению у всей фракции, а также появляется шанс улучшения верности у лордов. У темных эльфов в целом довольно много способов поднять настроение. Но ритуал этот открывается быстро, и время от времени его можно врубать, особенно если учесть то, как легко в этой игре добывать рабов. Жертва Гекарти дает небольшой прирост ветров магии для всех армий, улучшает шансы на успешные действия чародеек, а также значительно ускоряет набор опыта колдуней. Этот ритуал открывается путем любого действия героини-чародейки, даже при соединении ее к армии. Тоже неплохой ритуал. Магия в игре очень сильна, так что не стесняйтесь его использовать. Лишний уровень колдуньям за время действия набежит, да и лишняя мана вам тоже пригодится. Когда вы 3 захватите рабов после сражения, откроется жертва Кейну. Действует она дольше всех. На целых 15 ходов в ваших армии ускорится восстановление потерь, возрастет количество захватываемых пленных после битвы, доход после сражения. И все армии получат мощную активную способность «Проводник тьмы». Это активная абилка, которую вы можете 3 за бой кинуть на своего бойца. Воин, который стал проводником, адски устанет, и все его способности уйдут на очень долгую перезарядку. Но сам проводник взорвется. Урон наносится только врагам, и без особых проблем взрыв может удалить 1-2 отряда врага. Не кидайте только это на своих магов. 1,5 минуты без каких-либо заклинаний – это довольно-таки неприятно. Жертва Кейну великолепна, это ваш лучший ритуал. Если впереди планируется несколько больших сражений, активируйте. Как по мне, отдельно забавно то, что экономический бонус намного лучше, чем бонус военный. С другой стороны, вы будете быстрее восстанавливать потери и сможете провести больше боев подряд. Так что, да. С третьей стороны, больше боев подряд, значит еще больше денег, хе-хей! Наконец, построив загон для рабов на 2 уровне города, вы откроете жертву Матланну. Она дает возможность нанять 1 черный ковчег. Что такое черный ковчег? Это гигантские плавучие крепости, которые держатся на воде при помощи темной магии.
В игре это фактически передвижной город-армия. Вы можете возводить постройки в самом ковчеге, там есть различные казармы, парочка зданий, которые поддерживают армию, и артиллерия. Сам по себе ковчег невероятно полезен. Он может атаковать и захватывать прибрежные города, а другие армии рядом с ковчегом, способны нанимать воинов с корабля, будут быстрее восстанавливать потери, плюс ковчег способен поддержать армию магическим артиллерийским огнем. А еще воины на ковчеге потребляют в разы меньше денег за свое содержание. Много ковчегов быстро не набрать, но даже несколько штук позволит вам править морями. Постарайтесь как можно быстрее открыть первый, чтобы он смог с побережья поддерживать лидера вашей фракции. Почти все лорды темных эльфов стартуют около воды. Еще одна механика – это верность. Темные эльфы по своей натуре и обществу – это жестокие и подлые создания, поэтому предательство ради продвижения по социальной лестнице для них – это обычное дело. У любого вашего рядового лорда есть верность. Если она достигнет нуля, лорд вместе с армией восстанет и объявит вам войну. Но это не особо большая проблема, потому что поднять лояльность очень просто. Найм войск, выигранные сражения, налеты – это все улучшает лояльность вашего лорда. И это все вы хотите делать с вашим лордом. А вот проигранные битвы, небоевые потери и роспуск армии лояльность понижают. Ну то есть, если вы наняли лорда, который будет драться и побеждать, он будет просто рад вам служить. У легендарных лордов и черных ковчегов, кстати, верности нет, они будут вам служить в любом случае. Дополнительный плюс. Если у вас будет очень лояльный лорд, скорее всего вам предложат дилемму, которая может или понизить, или еще сильнее повысить лояльность и при этом дать ряд других бонусов. Наподобие мощной пассивки или уникального артефакта. Эта механика в перспективе интересная, но на самом деле она крайне пассивная и вы вряд ли будете обращать на нее много внимания. Ну и еще стоит упомянуть меч Кейна. И да, для простоты бога войны я буду называть так. Любая эльфийская фракция может захватить святилище Кейна на Ультуане и построить внутри святилище Душегуба. Внутри этого храма спит клинок Кейна, меч, который выковал бог-кузнец для бога войны. Данное оружие могут получить только эльфы через возведение постройки. И кто угодно способен забрать этот клинок из холодных мертвых рук его владельца. Но это непростая задача. Клинок дает гигантские боевые бонусы своему хозяину, и они будут даже расти. Но меч постепенно сводит владельца с ума. И это выражается в ухудшении дипломатических отношений и в настроении населения. Если душегуб пробудится, практически весь мир объявит вам войну. Но какая вам разница, если вы непобедимы? И наконец я упомяну еще одну важную вещь. Друхи не умеют ставить лагеря. Обычно это крайне полезная фишка, потому что лагерь убирает небоевые потери и позволяет восстанавливаться на чужой земле. Т-эльфы могут или рейдить вражеские земли, чтобы не получать урона от порчи, либо направлять магическую энергию и восстанавливать потери. Но вариант 2 в 1 для них недоступен, только при помощи черных ковчегов. Вторжение в земли хаоса или нежити может стать неожиданной проблемой. Однако, справедливости ради, восстановление потерь у темных эльфов крайне хорошее. Уникальная расовая боевая особенность у друхиев одна. В бою темные эльфы заполняют специальную шкалу, которую вот здесь наверху можно увидеть. Каждый фраг идет в зачет этой шкалы. И когда она будет полна, включится кровавая удаль. Данный баф на 1,5 минуты дает вашим эльфам бонусную атаку, натиск, мораль, бронебойный урон от выстрелов и второе дыхание. Последнее было добавлено в 3-й части, и это едва ли не самая сильная часть этого бафа. Ваши воины могут восстановить силы до максимума во время восславления Кейна. Некоторые бойцы имеют улучшенную версию – смертоносное мастерство. Она дополнительно солдатам дает страшный вид и действует на 0,5 минуты дольше. Это одна из ключевых причин, по которым друхи играют агрессивно. Идеальное сражение – это мощный разрушительный удар, который включает кровавую удаль, за счет которой темные эльфы и дожимают врага. Главный ее недостаток – вы не способны проконтролировать включение. Так что будут случаи, когда половина вражеской армии разбежалась по окрестным лесам, в то время как ваши солдаты мечут пену изо рта, но ковыряют каких-то бесстрашных гномов. В этой части мы рассматриваем стандартных воинов-друхиев и их полководцев. Легендарные лорды будут во 2-м видео. Ваш стандартный полководец – это Повелитель Ужаса, он же Дредлорд. Нанимается в 2 вариациях. Это либо эльф с арбалетом, либо эльфийка со щитом.
Оба варианта довольно хороши в рукопашной, неплохо бронированы, и с прокачкой усиливают соответствующие типы воинов. Мужик улучшает скорострельность бойцов, а женщина их урон и атаку. В целом это сильный и надежный выбор, который становится просто отличнейшим на 10 уровне. Прокачавшись, Дредлорд может взять одно из имен силы, которые улучшают тот или иной его аспект. Воинское имя улучшает непосредственно лорда, почетное имя его армию, а аристократическое – фракцию и экономику. Взять можно только одно имя, так что выбирайте то, что вам нравится. Лично я предпочитаю имена почетные. Как правило, они очень сильно бафуют одного-двух конкретных юнитов, после чего лорд набирает себе армию из этих конкретных юнитов, которые становятся при этом крайне эффективными. Дело в том, что я очень люблю отыгрывать тематические армии, и этот перк в этом плане крайне сильно помогает. К тому же у Дредлорда на выбор есть целых 4 ездовых животных. Это либо обычный конь, либо летающий конь, либо огромная ящерица, либо гигантская летающая ящерица, которая к тому же дышит кислотой. Обычный конь хорош тем, что быстро открывается и дает лорду высокую мобильность. Ящерица потяжелее, но дает бронебойный урон. Пегас невероятно мобилен, а дракон это, ну, гребаный дракон. Он разносит все, до чего дотягивается. Вы хотите ездового дракона, но до него надо лорда еще и докачать. Однако остальные транспортники-то тоже хороши. Пегас мобильнее хладнокровного, но ящерица дает пробивание брони, чего стандартный клинок дредлорда не дает. Пожалуй, последняя важная заметка. Когда эльфийка садится на дракона, ее щит больше не дает бонусов. А вот эльф продолжает стрелять из арбалета. Также все лорды темных эльфов могут изучить уникальный перк, который повышает их урон в сражении с высшими эльфами. Флотоводцы черных ковчегов это, кстати, те же самые дредлорды с арбалетами, у которых немного изменили набор навыков и выдали парочку крайне сильных перков для армии. Особенно вкусный навык открывается на 10 уровне. Бонусная скорость исследований, сопротивление магии и магические атаки для всей армии – это очень сильно. Верховный укротитель доступен владельцам DLC, тень и клинок. Это ваш специалист по монстрам, как по их усилению, так и по их убиению. Вооружен плетью и копьем, которым отлично убивают конницу и чудовищ, но, к сожалению, не умеет пробивать броню. Имеет целую ветку талантов для усиления разнообразнейшего зверья, но в бою хуже, чем Дредлорд. И в этом ему не помогает еще и набор ездовых зверей. Бестмастер может либо кататься на колеснице бичевателей, либо на мантикоре. Колесница ухудшает его боевые статы, но отлично таранит врагов, и на ней сидит пара метателей гарпунов. На мантикоре лорд получает полет и небольшой рост характеристик. С самого первого уровня умеет хлестать союзников плеткой, увеличивая их атакующие статы. И хлестать можно не только зверей. В начале кампании это ваш самый худший герой, потому что до монстров надо еще дожить. Но с отстроенными городами и прокачанный, пожалуй, один из лучших. Верховная чародейка – это полководец-маг, который доступен владельцам DLC, королева и ведьма. И вот это, наверное, ваш лучший лорд. Она умеет колдовать, и это крайне ценное свойство. Больше половины ваших легендарных лордов не колдуны. И волшебница поддержки им будет крайне полезна. Просто покупайте ее на первом ходу и таскайте рядом с основным лордом. Она будет появляться из-за края карты, кидать парочку фаерболов, и все будут счастливы. Да и сама по себе она очень хороша. У нее тоже есть имена силы. Плюс на 10 уровне у нее открывается уникальный навык, который дает бесплатное заклятие, ускоряет восстановление всех спелов и замедляет трату выносливости у солдат. И как будто этого было мало, так у нее еще и целая россыпь ездовых животных. Кони Пегас обеспечивают ей хорошую мобильность. Хладнокровный делает намного опаснее, но я не рекомендую, ее в этом состоянии все равно легко поймать и отдубасить. Мантикора при этом дает полет, но ее можно посадить на гребаного черного дракона. Если вам нравится странное, дайте ей имя силы. И по итогу вы получите летающую машину смерти, которая способна сыпать заклятиями направо и налево. Годно. Очень годно. Теперь герои. Обычные чародейки покупаются в темной башне с третьего уровня столичного города. Как и всегда, это лорд в миниатюре, хотя героическая версия так-то была раньше. Просто колдун. Тех зверских плюшек, которые были у верховной версии, у них нету. Можете посадить ее на коня, хладнокровного или пегаса. Мой совет – хладнокровного игнорируйте. Скорее всего, верхом на нем ее изрубят на куски даже обычные мечники.
Пегаса же еще нужно поймать. Стройте черные башни чародеек в каждом доступном столичном городе. Они еще и ускоряют исследования, что для темных эльфов невероятно ценно. Смертоведьма! Эти дамы одни из лучших служительниц Кейна и мастера в деле убийства и алхимии. В бою сама по себе подобная фурия – это специалист по убийству пехоты, который наносит отличный урон. У нее есть неистовство, ядовитые атаки, сопротивление физическому урону, плюс у нее есть смертоносное мастерство. Вне сражения она ускоряет восстановление потерь в армии, и это всегда чертовски полезно. Прокачавшись, она может получить один из трех навыков. Либо прямое улучшение урона, либо бонусную мораль, натиск и страшный вид, либо три бутылочки зелья, которое вводит ведьму в состояние неконтролируемой ярости, которая значительно улучшает ее боевые статы. Я рекомендую брать страшный вид, только если вы планируете оставлять ведьму сражаться на своих двоих. Дело в том, что вот эта тачка – это единственное средство для передвижения у ведьмы. Кровавый трон значительно ухудшает ее боевой потенциал и делает крайне уязвимой, но дарует бронебойный урон, ужасающий вид и два крайне полезных бафа для юнитов поблизости. Это пассивные 5% сопротивления физическому урону и буйство Кейна по активации. Активный баф на несколько секунд превращает ваших юнитов в гребаных берсерков, но лишает вас контроля над ними. Рекомендую пересаживать на трон только опытных ведьм. Они заметно проседают по силе верхом на троне. Ассасин Кейна. Довольно странный тип. Да, убивать он умеет отлично. У него запредельная атака, он бьет ядом, плюс таскает с собой ручной арбалет. Однако стреляет он довольно неточно, а в ближнем бою почему-то не умеет пробивать броню. Да и его убить крайне легко. Базовая защита у него средненькая, и доспехов он не носит. И я не могу сказать, что он, например, отлично охотится на магов, потому что ездовых животных ассасину не положено. Но вообще, я немного драматизирую. Если ему обеспечить нужные условия, лордов он убивает очень быстро. Замешайте его, например, в группу легкой кавалерии. Она задержит врага, и ассасин исполнит свою работу на отличненько. На 10 уровне он тоже получает один из трех навыков на выбор. Все они улучшают его в боевые статы. Это либо увеличение атакующих статов и страшный вид, либо яд, который повышает урон, либо яд галлюциногенный, который вызывает у врагов панику. Яд надо активировать в бою, чтобы получить временные бафы. Но если вы подумали, что ассасины это какая-то фигня, вы ошибаетесь, просто они хороши не в бою. На карте это один из лучших агентов для устранения вражеских героев. Большая часть героев способна выводить других персонажей из строя. Обычно это делают временно, а вот ассасины устраняют их перманентно и с очень хорошим шансом. Зачем вам убивать вражеского мага в бою, если это можно сделать еще до начала боя? Впрочем, ради пассивных бонусов ассасина все-таки стоит таскать с собой. Каким-то образом он увеличивает доход от трофеев после битв, плюс может повысить верность лорда, к которому присоединен. Также каким-то образом он каждый день добывает новых рабов. А, и еще ему можно повысить боевой дух до каких-то абсурдных величин. И разумеется, у него есть смертоносное мастерство. Последний из доступных героев — это Сюзерен. И это ваш стандартный герой-воин. И он потрясающий. Маленький аристократ, прирожденный выживальщик. Он вооружен бронебойной алебардой и щитом, сам хорошо бронирован, повышает физическую защиту лорду поблизости, но безумно хорош он становится с ростом уровня. У него есть целых три уникальных навыка, которые делают его лучше и как воина, и как полководца, и даже как наместника, а также он способен получить воинское имя силы. Там может попасться бонус сразу ко всем статам, ядовитой атаке или, например, регенерация. Плюс в качестве ездового животного он может использовать обычного коня, ящерицу, колесницу или пегаса. Все эти варианты неплохие, но на пегасе он просто великолепен. У него почти не падают статы, и при этом он становится невероятно быстрым. И наконец, вишенка на торте. Их очень легко нанимать. Нужна всего лишь казарма второго уровня, а казарма третьего дает вам возможность покупать сразу двух. Таскайте одного в каждой армии, либо соберите армию чисто из сюзеренов. Это получится сделать быстро, и эффективность будет очень даже. Это однозначно не самый сильный герой, возвышенные хаоситы и сюзеренов жрут на завтрак. Но в нем собралось все хорошее, что только может быть. Единственный минус – нужно ДЛЦ, тень и клинок. Переходим непосредственно на безжалостное воинство. И начнем мы
с пехоты. Копья ужаса. Это ваши базовые копейщики, которых можно нанять в любом городе. И это отличные бойцы. Копье и щит дает им нормальную защиту, эффективность против крупных врагов, а доступность позволяет забивать ими слоты в армии. Улучшенные технологиями и лидером, они становятся довольно неплохой сдерживающей силой и даже на поздних этапах игры будут полезны. Брони только носят мало. Ничего сверх экстраординарного. Простая рабочая лошадка. Тусклые клинки. Практически тот же отряд, только вместо копий они носят мечи. Это более агрессивная версия базовой пехоты. Урон и атака выше, но меньше защита и нет бонусов против определенных юнитов. Я, честно говоря, не слишком большой фанат тускляков, но я предполагаю, что это связано со второй частью. Там они были реально плохие, а в третьей их пробафали. И брать их в пару к копейщикам для ударов с фланга вполне осмысленно. Единственный минус – нужна казарма первого уровня. Кстати, забавный факт. Без кровавой удали они могут проиграть мечникам империи, потому что эльфы хрупкие и нежные. Тупые людишки просто впитывают больше урона. А вот большой замес они выигрывают гарантированно. Корсары Черного Ковчега – это что-то вроде средней пехоты. Таскают парные клинки и хорошие доспехи, но не имеют щитов и в ближнем бою защищены средненько. Более ударная пехота, которую легко нанять на Черном Ковчеге. Юнит на самом деле неплохой, но не слишком нужный. Он открывается далеко не сразу. Вам нужно либо построить казарму третьего уровня, что займет время, либо нанять Черный Ковчег, что, возможно, займет даже больше времени. И на поздних этапах они, к сожалению, практически бесполезны. Сказывается отсутствие пробивания брони. Впрочем, существует лорд, который бафает их очень и очень сильно. Убивают лучше, чем тусклые клинки, но у вас есть пехота и получше. Эльфийские ведьмы. Один из культовых юнитов друкиев, помешанные на убийствах прекрасные кайнитки. Крайне смертоносны за счет высокой атаки и неистовства, но защищены плохо, а из брони носят только интимный пирсинг. Впрочем, у них есть 20% сопротивления физическому урону, плюс своей атакой они вешают на врага особенный яд. Отравленный отряд замедляется, теряет часть защиты, но что самое главное, со временем он впадет в буйство и выйдет из-под контроля. И вместо того, чтобы убегать или сражаться с более выгодным противником, он продолжит сражаться с ведьмами. И невесты Кейна — это крайне своеобразный отряд. В одной битве вы можете потерять две группы просто потому, что вы зазевались и в них трижды выстрелили лучники. А следующий бой они вам затащат, потому что зафиксировали вражескую элитную кавалерию на месте, к ним подбежали копейщики и превратили их в шашлыки. Короче говоря, ведьмы выступают в двух ролях. Это либо юнит поддержки, либо уничтожитель легкой пехоты. Главное, следите, чтобы им сдачи не давали. Также владеют смертоносным мастерством, и их очень легко открыть. Нужен храм Кейна второго уровня. Напоминаю, корсарам нужна казарма третьего. Броню только ножами не умеют пробивать. Один из лордов специализируется именно на них и превращает их в кровожадные блендеры на изящных ножках. Сестры резни – это отряд гладиатрикс из DLC «Королева и ведьма». Неожиданно, это не улучшенные ведьмы, а их полная противоположность. Отряд защитной пехоты с щитом, физическим сопротивлением, отравленным оружием и своеобразным бонусом, который перезаряжается только когда сестры дерутся с более сильным врагом. Несмотря на очередной бронелифчик вместо брони, удивительно прочные, с правильными бафами и технологиями, это, пожалуй, ваша самая стойкая пехота. Открываются быстро, но нанимаются два хода. Очень рекомендую. Впрочем, учитывайте, что сестер, что ведьм, держите как можно дальше от юнитов с магическим оружием. Их физическое сопротивление отражает их невероятную ловкость в бою. Но из-за изменений механики магическое оружие теперь для них злейший враг. Черная стража Нагорота. Это ваша элита. Отряд тяжело бронированных эльфов с алебардами, иммунный к психологии. Распотрошат любого монстра или рыцаря, который сдуру оказался рядом с ними. А смертоносное мастерство делает их крайне опасными ближе к концу сражения. Про них особо рассказывать нечего. Это ваша лучшая защитная пехота. Жалко только, щитов не носят. Палачи Харганета. Эти ребята специализируются на уничтожении пехоты. И в этом деле они невероятно хороши. Огромный бронебойный урон с противопехотным бонусом. Тяжелая броня, смертоносное мастерство. И на этом все.
Это просто ударная пехота, впрочем, высочайшего класса, которая еще и открывается довольно поздно. Лично мне палачи очень нравятся, не в последнюю очередь из-за визуала, но я признаюсь, они слегка бесполезны. Нанимаются они в святилище Кейна 4 уровня. И на данном этапе вам будут уже доступны всякие страшные уродливые монстры, а сами палачи крайне уязвимы, щитов они не носят. Да и защита у них, ну, средняя в лучшем случае. Убойно, мне нравится, но не рекомендую. Стрелки друхиев. Основу дальнобойной армии составляют темные панцири. Арбалеты темных эльфов заряжаются особенными болтами, которые играючи пробивают броню, плоть и кость, и при этом быстро перезаряжаются. Но за это приходится расплачиваться пониженной дальностью. Гномские человеческие арбалеты добивают с большего расстояния. Но это все равно великолепный отряд. Бронебойный стрелок, который покупается в казарме первого уровня, это просто абсурд. В любой армии должны быть арбалетчики, вражеские рыцари, драконы, воины хаоса. Все они подохнут под градом темных болтов. Но вы всегда хотите покупать версию со щитом. Они и в ближнем бою защищены лучше, и в перестрелках дольше живут. Излишни щиты только если против вас воюет какая-нибудь, ну, сверхрукопашная фракция, наподобие вампиров или кхарнитов. Без шуток, это один из лучших отрядов вашей армии, и на первом ходу, и на последнем. Также они используют щит в качестве опоры, и мне хочется верить, что это повышает их точность, хотя, скорее всего, это неправда. Пираты Черного Ковчега со шнепперами. Это единственный стрелковый отряд вашей армии без бронебойного урона. И вот эти ребята довольно странные. Они умеют стрелять на бегу, но недалеко. Они достойно сражаются в рукопашной, но намного хуже, чем обычные пираты. Этот юнит задуман как гибридная пехота, но обе роли они выполняют плохо. Нанимать не рекомендую. Впрочем, в армии одного конкретного лорда они себя проявят намного лучше. Тени. Вот настоящая гибридная пехота. Задроты Верментайда понимают, о чем я говорю. У теней и более мощный арбалет, чем у панцирей, и достойные рукопашные характеристики, и скрытность есть, и передовое развертывание. Армия, которая состоит только из теней, может быть крайне грозной. Первые залпы изрешетят врага, а если тот решится сражаться в рукопашной, его ждет достойная встреча. Их единственный минус – отряд малочисленен. Но это справедливое решение. При этом теней целых три вида. Обычная версия с парными клинками и с двуручными. И никогда не покупайте парные клинки. Между характеристиками минимальнейшая разница, но двуручи при этом пробивают броню. Обычные тени покупаются в казармах теней второго уровня и нанимаются за один ход. А вот продвинутые на уровне третьем и нанимаются за два. И вот это их главный недостаток. Могу дать только один совет. Не покупайте теней только чтобы использовать как стрелков. Арбалетчики со щитами стоят почти вдвое дешевле, а урона при этом выдают не меньше, и существует целая куча технологий, которая их улучшит. Да, теней тоже можно улучшить, но их апгрейды открываются намного позже. Про стрелков поговорили, поговорим про артиллерию. Темные эльфы могут строить исключительно болтометы «Жнец». Как и многие другие их юниты, это просто аналог отряда высших эльфов, но более агрессивный. Повышенный урон, пониженная дальность. Эльфийские болтометы интересны тем, что у них есть два режима стрельбы, которые можно быстро переключать прямо в бою. Это либо один большой бронебойный болт с бонусом против крупных юнитов, либо охапка гигантских занос, которые отлично прошивают пехоту. Оба режима хороши, если стрелять в нужных юнитов, но это далеко не самая лучшая артиллерия в игре. Особенно жнецов подводит дальность, вражеские пушки их разносят быстрее, чем те подходят на расстояние выстрела. Покупать можно, казарма нужна всего лишь третьего уровня, но, честно говоря, и без них вы прекрасно проживете. Кавалерия. Самый дешевый и доступный вариант для темных эльфов – это темные всадники. Простая легкая кавалерия, которая подходит для издевательств над стрелками и артиллерией. Могут неплохо вдарить и по пехоте в тыл, благо бонус натиска у них неплохой, но в рукопашной долго не живут. Аналогов собак у вас нет, так что это ваш самый доступный из быстрых бойцов. Конюшня второго уровня, и они ваши. Еще есть вариант со щитом, и вот они довольно странные. Разумеется, они чуток лучше защищены, но это все их изменения. Стоит ли это конюшни третьего уровня? Нет.
И близко нет. У людишек на этом уровне есть Рейхсгвардия или Крылатые гусары. А задачи рядовых темных всадников версия с щитами выполняет точно так же, но при этом берет больше денег. Предполагаю, что они намного полезнее в мультиплеере, но про него мы особо говорить не будем. А вот темные всадники с арбалетами — это совсем другое дело. Огромная скорость, передовое развертывание, бронебойные выстрелы — эти ребята могут играючи замучить даже отряд элитной пехоты. А когда у них закончатся болты, это все еще темные всадники, пускай и, ну, облегченные. И они тоже нанимаются в конюшне второго ранга. В игре не так много стрелковой кавалерии с бронебойным уроном. Так что крайне рекомендую этим воспользоваться. Главный недостаток — не умеют стрелять на ходу и на 360 градусов. Но тогда бы они были невероятно поломанными. А вот теперь немножко странного. В игре есть легкая кавалерия, тяжелая кавалерия и даже средняя кавалерия. Знакомьтесь, волшебная кавалерия. Колдуны рокового огня. Эти ребята — маги-мужчины, которые вне закона в Нагороте. И вместо того, чтобы просто их убить, Маликит их проклинает, и получается вот такой странный юнит. Колдуны странные. Они очень хлипкие, брони нет, защита плохая, но есть 40% физической защиты. Стоят они намного дороже темных всадников, но их атака и защита даже ниже. Зато у них выше урон. Атаки бьют магией и отравляют. И они способны дважды скастовать ударное заклинание и дважды скастовать дебаф. И как ни странно, они идеально вписываются в стиль игры Друхиев. Они могут помять сильных врагов магией, а слабых гонять с разгона. Но в затяжном бою будут намного хуже. Особенно далеко держите их от владельцев волшебного оружия. Появились в DLC Королева и Ведьма. Рыцари на хладнокровных – ваша тяжелая кавалерия. Cold ones. Аристократы темных эльфов верхом на динозаврах. Они довольно медлительны, но весьма опасны в рукопашной. Их пики пробивают броню, отлично убивают крупных врагов, а сами динозавры вселяют во врагов страх. Во второй части это был один из худших юнитов в игре, потому что они выходили из-под контроля в рукопашной и мгновенно отъезжали из-за ужасной защиты. Но в третьей части эту способность переделали, и теперь на низком уровне здоровья они получают бонусы. Очень даже неплохой юнит для охоты на вражескую кавалерию, но открывается уж очень поздно. Нужны казармы элиты 4 уровня. Рыцари ужаса на хладнокровных, они же зловещие рыцари. Это элитная кавалерия. Лучшая практически во всем. У них чуть-чуть ниже урон с разгона и отсутствует бонус против крупных юнитов. То есть это фактически рукопашная кавалерия, не ударная. И вот они довольно живучи. Могут спокойно сражаться против пехоты и даже побеждать ее. Ну, только если не натравить их на алебарды. Мощные сволочи, но открываются аж на 5 уровне элитной казармы, и как по мне, ну это вообще того не стоит. Колесницы Друхиев. Стандартная версия с хладнокровными. Достоинство. Приличный бронебойный урон. А на заднем сиденье сидят 2 молодца с арбалетами, которые на ходу постреливают по пробегающим мимо врагам. Штуковины эти довольно тяжелые, пехоту перемалывают в труху, но они довольно медлительны. Колесницы склонны быстро уставать, и из-за этого они становятся еще медленнее, и вот для колесницы это просто смертный приговор. Помните, я говорил, что рыцари на хладнокровных были бесполезны во второй части? Так вот, эта штука была еще более бесполезной. Колесница, которая выходит из-под контроля и просто кусается в ближнем бою, это мертвая колесница. Но в третьей части после переделки это довольно-таки опасный юнит, но с ним нужно сильно нянчиться. А с другой стороны, камон, это колесница, которую тянут 2 динозавра. Ёпросто, это очень круто. DLC Тень и Клинок добавила дручьям колесницы бичевателей. Это вариация полегче, в которую тащат кони вместо динозавров. Двигается намного быстрее, но бьет хуже. Бронебойного рукопашного урона у них нету, зато арбалеты они заряжают гарпунами, которые отлично убивают крупных врагов. И это отличный отряд. Могут кружить вокруг больших монстров и расстреливать их, а легкую пехоту давить колесницей. При этом еще и открываются в логове монстров всего лишь 3 уровня, а монстра вы все равно хотите в армии. Насколько я знаю, долгое время считались одним из лучших юнитов Друхиев. И сейчас они все еще крайне достойны. А теперь, собственно, монстры. Начнем с гарпий. Тоже открываются на 3 уровне, и из-за этого они...
Нет, юниты в целом полезны. Дешевые доступные летуны, но по силе они примерно на уровне фурии и летучих мышей, но открываются намного позже. Могут мучить стрелков и задерживать ценой своих жизней более быстрых юнитов. Но у вас есть и куда более страшные летающие твари. Например, мантикоры. Зверушка потяжелее, более злобная и страшная, но не такая быстрая. Зверушка норм, но для 4 уровня слабовато. Главная проблема даже не в ее статах, хотя бронебойный урон ей бы не помешал, а в том, что эта тварь, получив тяжелые ранения, выходит из-под контроля и начинает бросаться на ближайших врагов, даже если у них в руках алебарды. Не рекомендую. При этом статы-то у нее нормальные, она отравляет своей атакой. Но получив тяжелые ранения, эта тварь выходит из-под контроля и может броситься на вражеские алебарды. Гидра. Мы добрались до вкусного. Это один из лучших юнитов вашего ростера. Здоровенная, злобная, убойная, страшная. Сама по себе гидра в рукопашной довольно неплоха, плюс трижды может рыгнуть на врага огнем. Но ее главное достоинство — ее хрен убьешь. У этой твари тонна хп, которую она постоянно регенерирует, а как только ее просаживают до половины, она тут же восстанавливает еще 12%. Эта способность называется «Другой займет ее место», и она может сработать 5 раз за бой. Но вряд ли у вас это произойдет, к тому же в игре есть ограничение на отхил, так что в потолок вы упретесь крайне быстро. Великолепная зверушка. Несколько таких на себе врагов удерживают. Просто отлично. Только берегите ее от огненных атак. Но не любят гидры этого. Особенно от огненных алебард. Кто проживает на дне океана? Харибда из DLC «Королева и ведьма». Это водная дальняя родственница гидры, которая намного более агрессивна. Регенерировать не умеет, но немного сильнее бьет. И особенно вкусно грызет здоровых противников. Ядовито. Своим воем пассивно снижает мораль врагам поблизости. А этот эффект складывается с ужасающим видом. Это ваше лучшее существо для охоты на монстров. Но следить за ней нужно намного тщательнее, чем за гидрой. Нашпиговать ее стрелами или копьями проще простого. Вот чего вы ждете от черного дракона? Он летает, он дышит кислотой, он разносит все, до чего дотянется. Только к магии не иммунен. Ваш лучший монстр. Да, гидра толще, харибда дракона сожрет, но полет и дыхание дает дракону куда больший тактический простор. Огнем не бьет, разводят их все-таки на севере. Это не самый сильный монстр в игре, это даже не самый сильный дракон в игре, и даже, пожалуй, не самый сильный монстр в лобовой атаке в вашей армии, но 19 драконов — это внушительно. Кровавая медуза — это неожиданно стрелковый монстр. Была добавлена в DLC тень и клинок, и зверушка эта крайне интересная. Ее лазерный взгляд просто разносит пехоту, но и в ближнем бою она очень опасна. Конечно, гидру она не заборет, но протаранить отряд пехотинцев, который она только что покалечила, она способна. Единственное, что нужно учитывать, она все-таки стройняшка, поэтому веса в ней не очень много. Ее могут окружить и напихать ей полный рот копий. А, еще на нее действует расовая эльфийская способность, потому что это эльфийка, которая просто вызвала небольшое недовольство у одной из богинь. Великолепный юнит хотя бы за счет того, что открывается очень рано, в чародейской башне 3 уровня, а вы страсть как хотите строить подобные башни. Но друхи решили, ну, просто проклятая монстродевка, это недостаточно круто. Давайте прикуем ее к электросамокату. Кровавое святилище — это гибридная колесница. В дальнем бою она все еще пуляет лазерами из глаз, которые пехоту из игры удаляют, и по ощущениям ей дико подняли скорострельность. В ближнем бою она намного хуже, чем обычная медуза, но теперь у нее намного выше вес, и она тяжело бронирована. Но самое главное ее достоинство — в рукопашном бою подобное святилище бафает и атаку, и мораль союзникам, а врагам понижает мораль и защиту. И суммарно по цифрам там выходит дофигища. Еще она способна стрелять на ходу и неплохо защищена от магии и выстрелов. Великолепный юнит поддержки, только вот... ну, очень поздно открывается. Башня чародеек должна быть аж 5 уровня. Еще у друхиев есть несколько уникальных юнитов, которые доступны только для определенных фракций. Они будут в непосредственных обзорах этой фракции, так что нам остались только знаменитые отряды. Также я не совсем помню, какие знаменитые отряды открываются за какое DLC. Скорее всего, на монтаже я просто добавлю рядом небольшую иконку. Простите. Служители Хелеброн, они же Хелеброни. Это отряд особо кровожадных копий ужаса. Минимальное отличие. Статы как у максимально прокачанных копий, игнор любого натиска и отравленное оружие.
как и любая знаменитая пехота, которая быстро открывается, будет весьма полезна поначалу. Потому что первое время на передовой все равно будут копейщики, но сестры Резни и Черная Стража их с легкостью пустят на шашлык. Вороны Кейна – это группа невероятно злобных гарпий. Вот это отличный отряд. Вы их открываете очень быстро, поэтому в армии рано появится один летающий юнит без каких-либо построек. Немного сильнее, чем обычные гарпии, плюс они страшные, плюс в рукопашной начинают регенерировать. Страх им позволяет куда быстрее вогнать лучников в панику, а реген позволяет буцкаться даже с пехотой. Но, конечно же, мантикора или дракон будет в разы опасней. Грозовые демоны – это сборище темных панцирей с улучшенными болтометами. Снаряды этих работяг понижают у врагов шансы на блокировку щитом, что делает их идеальными наводчиками. Как и всегда, улучшение хорошего юнита – это просто замечательно. Сестры поющего рока – это шабаш наглухо отбитых эльфийских ведьм. Минимальное отличие. Они немного сильнее, чем рядовые ведьмы, а также во врагов внушают страх и ужас. Лично я в целом ведьм люблю, и взять один уникальный отряд в армию это не самая плохая идея, но я признаю, это далеко не самый сильный юнит в вашей армии. Разорители Ракарта – это несколько лично одобренных лучшим укротителем друхиев колесниц. Эти штуки решили упростить себе охоту. Гарпуны теперь ядовитые, а сама колесница пассивно рядом с собой понижает скорость врагов, а также сопротивление стрельбе. В любой армии, в которой есть стрелки, подобные ребята будут отличным дополнением. А вы хотите иметь стрелков в своей армии? Жнецы Сланэш – это группа долгоживущих колдунов рокового огня. Тот же самый отряд, но другие заклинания. Дебаф вместо понижения защитных характеристик теперь понижает атакующие. А вот заклятие, которое наносит урон, прям очень хорошо. Оно наносит урон на приличной площади и лечит. Такие вот у друхиев доктора. Могут быть крайне полезны, но в бою все так же уязвимы. Клинки Кровавой Королевы – это телохранители старейшей ведьмы Друхиев. Помимо стандартного роста статов, у этих палачей есть неистовство и хранитель. Без каких-либо бафов и технологий у них на старте выходит 60 атаки, и это просто неприличные цифры. И конечно же пехоту они крошат просто залюбуешься. Я палачей уважаю, и данный отряд в армии главного лорда я обычно таскаю, но напоминаю, они все еще крайне уязвимы, следите за ними. Сирена Алой Погибели – это особо монструозная медуза. Различий немного. Стандартный прирост статов и новая активная способность. По команде медуза начинает читать русский рэп, и у врагов рядом с ней вытекает кровь из ушей. Обычная медуза крайне хороша за счет того, как быстро открывается. Эта медуза тоже неплоха, и с пехотой она расправляется еще лучше. Но открывается уж слишком поздно. Если вы решили таскать какую-нибудь армию, состоящую в основном из медузы стрелков, да, там она будет смотреться актуально. Ну а так, наверное, какой-нибудь черный дракон будет посимпатичней. Вестники Ворона – это группа темных всадников верхом на пегасах. Основное различие – они летают. Я не в большом восторге от них, потому что один отряд стрелковой кавалерии много шума не наделает. А если их водить в группе с обычными арбалетными всадниками, вы можете запутаться в управлении. Впрочем, они все-таки безумно быстры. К примеру, вы можете с их помощью мгновенно пролететь в тыл к врагу и изрешетить там артиллерийские команды. Но для ответной стрельбы они, разумеется, невероятно уязвимы. Учитывайте это. Рыцари Черного Когтя – это элита элит среди зловещих рыцарей. К сожалению, различий минимум. Во второй части они не впадали в буйство, в отличие от обычных дреднайтов, и были значительно полезнее. А сейчас вся разница в том, что у них есть смертоносное мастерство, то есть до определенного порога фрагов это самые обычные дреднайты, просто с характеристиками, повышенными за опыт. Да, более стильные, но все-таки. Если вам нравится кавалерия Друхиев, будут отлично смотреться во главе всадников. А если нет, ну и не берите их. Стужа Сантар – это уникальная боевая гидра. Различие в том, что это очень северная гидра. Своими атаками и своим дыханием она теперь морозит. Это хорошее улучшение, но чуточку странное. Вы или морозите вражин, чтобы им было сложнее добежать до лучников, чем гидра и так прекрасно справляется. Либо вы морозите тех, кто пытается убежать от гидры, но это будет полезно только против тяжелой кавалерии с пиками. В общем, юнит хороший, но вот улучшение какое-то странное. И наконец, технологии. Они у темных эльфов своеобразные.
У вас есть дерево технологий, в котором есть 3 ветки, в каждой из которых еще по 3 технологии. Итого по 12 технологий на уровне, а уровней всего 4. Чтобы открыть тех из следующего уровня, вам нужно изучить 3 технологии предыдущего уровня, которые открывают ветки. То есть, на первом уровне вы открываете «Ведомые местью», «Фундамент тирании» и «Война как бизнес». У вас открывается улучшение второго уровня. В среднем исследования у темных эльфов довольно сильные. Или бонусы большие, или суммарно бафы дают довольно разнообразные. Но они занимают довольно много времени. К тому времени, как вы сможете улучшать черных драконов, пройдет целая вечность. Что конкретно изучать, зависит от лорда. Маликиту желательно в первую очередь поднять прирост населения, пиратскому лорду улучшение корсаров, а зверолову, собственно, улучшение зверья. Конечно, шипованные трезубцы темных эльфов стильные, но слегка неудобные в использовании. Также хочу заметить, каждое основание трезубца всегда ускоряет рост команд черного ковчега и требует денег. Так что первое время отстройка корабля будет занимать много времени. И на этом наш разбор расы закончен, но впереди будет разбор еще непосредственно фракций. Продолжение данного видео выйдет в ближайшее время, а в следующем разборе фракций мы поговорим про деда. И пока вы ждете новых видео, я рекомендую вам подписаться на мой канал, таким образом вы не пропустите мои еженедельные ролики в ленте. Еще вы можете под этим видео оставить комментарий или лайкос, потому что каналу это очень сильно поможет, но намного больше этому каналу помогают мои замечательные подписчики с Boosty, которых сейчас вы видите на экране. Вы тоже можете проапгрейдить себя до злобоглаза, что упростит для меня выход контента. Все мои платные подписчики получают доступ к роликам на сутки раньше и без рекламы. Для созерцателей доступны бонусные видео, а для мощных бронзовых и стальных мегамозгов специальный чат со мной, где я иногда появляюсь, рассказываю всякие истории и кидаю тупые мемы. И, конечно же, моя отдельная, огромная благодарность Юре Дурандину, Алексею Спиридонову, Мачу Пикчу, Липариду Лагоморфу, Саргалу, Феи/Роботы/Пришельцы, Абрикадабре, Ломтику, Фалгаршейму, Дону Пону, Смотрящему на два мира, Энди Гринвиллу, Антону Гольцову, Айлес Вотчеру, Гансу Лингеру, Нарисованному Прямоугольнику и Пивному Воину. Благодарю богатейших дредлордов городов-государств за то, что поддерживаете своими кровавыми деньгами мой черный ковчег на плаву. Но даже если ролик вам просто понравился, значит, я свою задачу выполнил. Но, в любом случае, будьте сильнее яда, и мы с вами скоро услышимся. Кстати, про «Будьте сильнее яда» наконец-то бонус, в котором я могу немножечко поныть про перевод. Друхиев постигли некоторые маленькие проблемы и некоторые большие проблемы. Смотрите, например, основа войска, так называемый The Merciless Host, то есть безжалостное воинство, состоит из Dread Spears, Bleak Swords и Dark Shards. Все эти три слова построены по одному и тому же принципу. Прилагательное плюс существительное, как единое слово. В русском языке получились тусклые клинки, что хорошо, темные панцири, что хорошо, но на самом деле плохо, я сейчас объясню почему, и копья ужаса, что правило нарушило. Дред — это вообще такое дурацкое слово. В русском языке, когда ты что-то называешь ужасным, не факт, что оно внушает в тебя ужас. Вполне возможно, что это просто плохо, и ужасное копье звучало бы довольно плохо. Поэтому я называю дреднайтов зловещими рыцарями, и вариант «зловещие копья», как по мне, далеко не самый плохой. Но куда более интересно обошлись с темными панцирями. Дело в том, что они в оригинале Dark Shards. Shards — это слово, которое обозначает довольно много вещей, но в данном случае, насколько я понимаю, это наконечник стрелы или наконечник болта. Темные наконечники звучит довольно странно. Темные болты и темные стрелы тоже. Темные тетивы звучит вообще всрато. Так что на самом деле здесь разработчикам предоставили довольно сложную задачу, но темные панцири — это прям супер хреновый перевод. Потому что ну при чем тут панцири? Темные плащи бы их еще назвали, было бы вообще офигенно. Но еще смешнее стало с грозовыми демонами, которые в оригинале Bolt Fiend. Объясняю, почему так получилось. Смотрите, болт может означать арбалетный болт, которым стреляют из арбалета. Но еще болт — это удар молнии. И почему-то в этом случае переводчик, по-видимому, решил, что это касается молний. Поэтому у нас получились грозовые демоны. Впрочем, дословный перевод «болтовые чудовища», пожалуй, звучит довольно плохо. Но камон, думаю, приложив несколько часов усилий, можно было бы придумать более достойный перевод. Ну и на самый последок, одна такая мысль, которая меня недавно зацепила и которая будет здесь в тему. Переводить одно и то же слово можно по-разному в зависимости от ситуации и получать вполне себе подходящие варианты. Ну вот смотрите, в третьих героях меча и магии у города-крепости есть такой герой, как Бистмастер.
Это слово можно перевести целой кучей разных способов. Оно используется очень часто в фэнтези. Один из переводов, которым пользуются третий герой, который мне нравится, это «зверолов». Тоталийцы по большему счету используют зверей в своих армиях, и «зверолов» в качестве их полководца звучит логично. В то же время перевод «бестмастер» как «укротитель» мне в плане темных эльфов не очень нравится. Дело в том, что эльфы Вархаммера имеют четкую связь с природой, даже темные. Разница в том, как они ее используют. Высшие и лесные эльфы буквально чуть ли не говорят со зверями и берут их себе в союзники, а возможно и в жены. Я смотрю на вас, иллирийцы. Темные эльфы используют свою связь с природой, чтобы ломать, калечить и подчинять зверей своих воле. И в данном случае перевод как «повелитель зверей» подходит намного лучше. Звери не хотят им служить. Бестмастеры ими буквально повелевают. На этом наш с вами сеанс бесполезных знаний про английский язык закончился, и если вы дослушали до этого момента, я вам крайне благодарен. Предлагаю вам подшутить над теми, кто не смотрит эти видосы до конца. Пишите в комментах, что вам больше всего нравятся темные эльфы с огнеметами. Мы с вами будем понимать, о чем идет речь. А я с вами окончательно прощаюсь.